Добрый день, дорогие друзья! Всех приветствую на канале Баженит, Омская область. Я с вами, ведущий Влад. Сегодня решили снять ролик о наших животных. Тема такая: отпаивание телят с возраста, которым более месяц и старше. Маленькие телята у нас, конечно, в сарае, в отдельном месте сидят. А те, которые рождение ноября, декабря, они уже, живут самостоятельно в отдельном помещении, и поим их ЗЦМом. Мы работаем на молоко, стараемся, его экономить, потому что продукт первой необходимости используется повышенным спросом. Чтобы его было больше, где-то с месяца начинаем телят поить ЗЦМом. Какой ЗЦМ? Вот мы его навели дома в тепле. ЗЦМ специфически, я его, тут не, где палочка-то помешать? Я, ЗЦМ рекламировать не буду. Если кому надо, спросите, какой ЗЦМ. Но у нас телята на этом ЗЦМ не поносят, никаких кишечно-желудочных заболеваний. Семечком льна. Хорошо растут. И что самое интересное, после ЗЦМ даешь им молоко цельные, потому что коровы телятся в разный промежуток. Даешь им молоко, они отказываются пить молоко. ЗЦМ нужно и все. Потому что ЗЦМ имеет свой специфический вкус и хороший запах. Сейчас я выгоню телят и, будем их поить. Пошли скорее. На свет. Давай. Пошли. Малыши. Давай скорее. Пошли. Туда вон отходи и снимай. Распределяй. Смотри, что они друг дружки не забирали. Подальше снимай. Близко не снимай. Тогда бедра держи. Покажи, вон сравнительный элемент сидит наверху. Собаку покажи. Вы имеете представление. Туда-сюда. Проверяет, вдруг там что повкуснее у другого. Старшая она все время так делает. У младших забирает, вдруг там им что-то другое дали повкуснее. Ну, телята практически на улице целый день. На ночь мы их, конечно, загоняем в сарай, где потеплее. Ну, потому что сейчас тепло. Ну и загоняем, почему? Потому что у нас здесь сидит собака со щенками. И боимся, что если щенки там завизжат, запищат, собака может кинуться на них и порвать теленка. Или причинить ему какой-нибудь вред. Поэтому мы загоняем. А так они на улице практически целый день. Здесь вот рулоны, они подходят, едят их сено. Сейчас они ЗЦМ выпьют. Ставим им овес, овса наедятся, и все, они самостоятельно живут. Вадиму Рыбину сразу привет, Курганскую область. В прошлых видео он спрашивал, говорил, что КРС это все это ерунда, кому нужен смотреть этот навоз, это неинтересно. Ну а, Вадим, давай посмотрим. Я снимаю ролики, про краеведение. Сколько там просмотров? Единицы, 10-20. Остальным это не сильно интересно. А все, что связано с техникой, все, что связано с животными, даже собак смотрит меньше, чем смотрит то, как люди занимаются разведением крупного рогатого скота. Вот сейчас я ролик сниму, выставлю, посмотрим. И сам увидишь, а сколько людей смотрит. Почему смотрят? И смотрят, аудитория-то какая? В основном молодое поколение смотрит. Смотрят почему? Потому что они уже наелись этой городской жизни и хотят организовать свой бизнес. В городе весь бизнес давно уже разобран по рукам. И туда, чтобы влиться... Да пустые ведра не держи. Ну тут еще осталось. Ну и что? Сейчас уже не держи. Ну это не допила. У нее погуще, что ли, сделано, или что? Побольше я ей навела питья. Она большая, побольше питья. С утра еще сено мало поели. Ну вот это телята, вот пьют. Эти вот
значит, вот эти вот пестрые, это декабрьские, а этот ноябрьский, да? Да, 15 ноября. Маленькие, конечно, сейчас начинаю говорить, пугается. Маленькие, конечно, мы сейчас пока еще не выгоняем. Кому что интересно будет по поводу ЗЦМа, подписывайтесь, спрашивайте. Кто подписался на канал, я, конечно, расскажу, чем поем и как поем. Покажи. Ну все, они, наверное, напились, чтобы они тут нас сильно не донимали и не мешали. Самое простое, поставить им овес, все, они будут его... Ведра собери. ...жрать и не будут нас доставать здесь, мешаться под ногами. Ну, все. В общем, кому было интересно, подпишитесь, поставьте лайки, пишите комментарии. Будет время, интерес, вопрос будет интересный, конечно же, я на него отвечу. Сейчас мы еще снимем ролик про собак, потому что щенки подрастают, нам нужно будет их тоже продавать. Ладно, пока.